Они идут в наушниках по знакомым улочкам, но кажется, что смотрят на многие из них впервые. Точнее, под иным углом. Погружение «Променад» — это прогулка по историческому центру Нижнего Новгорода, во время которой зрители слушают истории разных людей, причем обычных горожан. Истории обычных людей, которые, ну, как мне кажется, раскрывают город, когда есть ощущение, вроде рассказывают простую историю, а у тебя какое-то возникает такое очень приятное, драматургическое какое-то ощущение. В течение прогулки у нас будет около 10-15 историй. Мы начали просто общаться с людьми, и, допустим, мы могли пойти по какому-то красивому месту, потому что мы отталкивались от места, потому что это прогулка, да, и мы сначала гуляли, и мы, допустим, могли столкнуться с каким-то человеком, и он нам показался очень интересным, мы взяли у него телефон, познакомились, и каждый у нас драматург Наталья Зайцева, и она с каждым героем, было очень много интервью, она ходила каждый раз по этому пути. Вот, например, здесь, на улице Заломова, один из героев аудиоспектакля рассказывает, как встретил свою любовь. А здесь, на улице Соревнований, нижегородский риэлтор рассказывает, как продает жилье в старинных обветшалых домах и соседствующих дорогих особняках. У каждого героя аудиоспектакля есть только его самые дорогие и памятные места в Нижнем. Мне кажется, истории обычных людей не самые интересные. У каждого человека настолько уникальная история, связанная с Нижним Новгородом, и очень здорово ими делиться. Начальная точка маршрута – мост по адресу Заломова, 9. Затем зрители переходят на Гребешковский откос, проходят Чернышевскую и Ярославскую улицы, а также улицу Соревнований. Затем проходят Жандармский овраг по спуску у Нижегородской духовной семинарии. Идут по Рождественской и, наконец, поднимаются по Почаинской улице. Заканчивают променад на мосту, ведущем к Кремлю. В планах расширить маршрут. На самом деле у нас очень много историй с другого берега. У нас много историй про те места, которые мы не проходим. И некоторые из них прозвучат, но у нас есть идея о том, чтобы уезжать чуть-чуть глубже внутрь города. Истории будут расширяться, и это будет уже другая часть променада. По задумке авторов проекта, проходя по выбранным местам города, знакомым каждому или спрятанным от глаз, мы узнаем наших современников, их мысли, переживания, надежды или страхи. И понимаем, что самое главное в городе – это не его история, здания и реки, а сам человек, живущий сегодня. Наталья Лисова, Виталий Кудрявцев. Время новостей.